У меня завтрак, чай с молоком, без сахара. И хлеб вчерашний, вот эти вот лепешки египетские с маслечком. Нашла все-таки нормальное масло, без рапса. Боже, как можно есть масло с рапсом? Я не знаю. Ой, в общем, нашла у Жеки. Порылась в холодильнике, там еще вторую пачечку настоящего масла. Так что у меня настоящее масло на хлебушке, на египетской лепешечке беленькой. Немного присыпанной с отрубями. Вот, маслечко, красная икорочка, чаек. Погода вроде бы была хорошая, но сейчас смотрю, не знаю. Солнце опять зашло, что ли? А я хотела целый день провести на этом, на бассейне. А ну пойдем посмотрим. Мне же самой интересно. Солнца нет. А где оно делось? Ой, надо не забыть. Ой, да, действительно пасмурно. Нужно не забыть. Да нет, так слегка есть. Ой, нас опять замело. Опять, что ли, песчаная буря? Похоже на то, да? Подождите. В бассейне. Хорошо. Места есть, людей мало. Замечательно. Сейчас быстро позавтракаю и спущусь вниз. Это вчерашние птички какахи оставили свои. Здесь сушу свою быстро кинула, она быстро сохнет моментом. На такой погоде птички чвирикают. Ой, кстати, подождите, моя папайя. А желтеет-то. Ой, вы видали, кто улетел? Ой, еще один комарик. А ну, видать, вода же рядом. Поэтому комарики. Желтеет. Желтеет. Процесс идет. Ну и гниет, наверное. Что, оставить ее еще сегодня в таком виде? В таком виде оставить на сегодня? В пакете. Желтей, ладно. Наверное, оставлю до вечера. Потом посмотрим, убирать или не убирать. Что у нее бонзай. Бонзай прям плохо себя выглядит. Она его поливает мало. Жека она такая. Этот тоже какой-то не такой. То растет таким деревом, то опять потом обламывается. Да и ветра здесь, знаете, такие вот большие, прям сильные ветра. Все-таки это не первые этажи. И рядом, считая, с пустыней находимся. Здесь ветра капитальные иногда. Может, поэтому ломаются деревья и цветочки. Ну, а так, в общем, погода замечательная. Все, идем быстренько. Себя накормлю. Рыб накормлю, потому что они голодные. Что там говорить? Вот, голодай. Сидят, голодая, ждут завтрака. Вот эта хрень, она так и не работает. Забыла сказать Жеке. Так, мой завтрак. Завтракаю и цигель-цигель. Жорика запустила. Жорик будет работать. Молодец, мальчик. Будет убирать. А мне перед выходом чуть не забыла. Покормить же рыбок мне надо. Я-то себя-то накормила. А рыбок нет, вот такие вот корма есть. Не знаю, что за корма. В принципе, рыбки похожи. Как с картинки. Таких два корма. Они разные. Судя по всему. Вот смотрите, прикормлю немножко. Чуть-чуть. Ой! Смотри, что делается. Да они голодные. Они просто голодные, голодай, вон. Так, этого насыплю и этого чуть-чуть. Вон. Бедные, голодненькие. Голодные. А что ж, если я завтра уеду? В принципе, завтра за 2 дня не сдохнут. Я покормлю, конечно, перед отъездом хорошо их. А там и Жека подъедет через 2 дня. Нормально выживут.
Сегодня ветрено. Ну кайфово, солнышко вышло. Смотри, какая красота. И еще мало людей. Но в моем отсеке уже девчонка одна лежит. Ничего страшного, поделимся. Кайф. Блин, что творят. Это же оно на гнездо собирает веточки. А жаркенько, водички хочется. И по пути заехал, залетел попить воды. Ой, уморы. Бассейн только для меня. Все, я пошла заплыв. Все, часовой заплыв сделала. Теперь лягу. Солнышко пока еще. Ну, такое не сильное, но есть. Обсохну. Вряд ли я сегодня загорю. Бассейн пустой. Я плавала одна. Кайф. Ребята, этот... Легла, отдыхаю, загораю, кроссвордик разгадываю. И тут меня осеняет. А где моя шапка? Где моя шляпа? Где моя панама? А панамки нет. Украли. Украли, ребята. Мне смешно и грустно, знаете. Ну как? Никого больше нет. Пришла девчонка, была здесь. Этот ходил, как его, уборщик. Я еще здесь как возвращалась, как плавала. Я видела, он здесь что-то делал. Но что он заберет мою шляпу, панаму? Ребята, меня обокрали. Меня просто тупо обокрали. Ну что? Даже не знаю. Я даже не знаю, как реагировать на это дело. Ну, благо, эти шлепки на месте. Хотя зачем? Ну, шлепки бы взяли, я пошла бы босиком, ради бога, поднялась бы вон. Это не по улице ходить, а шляпу, панаму. Меня обокрали. А что делать? Пойду, наверное, это сообщу спасателю, да? Вот как раз уборщик там. Я не знаю, правда, я не знаю, что делать. У меня со мной такое первый раз на бассейне. Ладно, на пляже, знаете, общественном. Там действительно, вот раньше, действительно, это лет 10 назад, воровали, прям по-жесткому воровали. У туристов, ты же приезжаешь на пляж, знаешь, сумка, естественно, оно же видно, что у тебя дамская сумка или рюкзачок, знаешь, у мужчины. А естественно, там паспорт, деньги, там билеты, там все. Никто же не боятся оставлять люди в отеле. Это сейчас более-менее, знаете. И сейфу можно доверить, и отелю можно доверить. Хорошему, не знаете, 3+ стар. Не трехзвездочному, понятное дело. Воровали, прямо у меня на глазах воровали. Вот так вот идут, знаете, как и одеты, и раздеты. Ты не можешь понять, кто он такой, вор или нормальный человек. Хватали вот так вот сумки, ну, то есть, и бежали. Это было очень, конечно, давно. Сейчас такого вообще абсолютно нет и не слышала. Но шляпку, панамочку, мою любимую. В общем, пошла жаловаться или как. И мне неудобно, и мне горестно. Не знаю, пойду пожалуюсь. А вдруг ее нашли. В общем, ребята... Сходила пожаловаться. Пожаловалась. Естественно, он говорит, у нас такого как бы нет воровства. Вроде бы как не слышал, но шапку ему никто не принес. Никакой ни уборщик, никакой человек. В общем, шляпы нет, панамы нет. Факт. Это по факту, да? Слава богу, телефон на месте, как говорится. Я больше всего за телефон, да, вот теперь я буду очень сильно опасаться. Панамка, кому она нужна? Сказать, что здесь ветер ее унес, куда он ее унесет? Это бред. Я вот, как говорится, вот где я, где ветер, куда он мог ее унести? Поднять и унести? Тайфун пришел и унес? Нет, конечно. Ну, в общем,
ситуация матовая какая-то. Мне ее так жалко. Она у меня такая любимая была, эта шляпа Панама. Ну ладно. В общем, сказал, он скажет этим самым уборщикам, спросит, мало ли, вдруг по ошибке просто, может, она упала здесь, знаете, как со столика, с лежачка. И они просто подумали, что это ничейно, и забрали. Ну, в общем, он знает мой номер квартиры. Если что, мне сегодня-завтра сообщат. Какой-то бред просто, бред. На бассейне у меня первый раз такой, тем более это не отель. Это не отель, это резиденс, это корпус. Ой, здесь залетных нет, приезжих тоже. Ну, в общем, не знаю, как реагировать. В принципе, как говорится, не будем зацикливаться на материале, на материальном. Если ушла моя шляпа, ну, что делать? Пусть уходит. Самое главное, у меня телефон здесь и телефон с собой. Это самое-самое главное. Телефон дорогой, телефон нужная вещь. В общем, какой-то бред. Вот у меня со мной это случилось первый раз. Вот это правда, это первый раз. Как-то, я не знаю. А вот Жека, у Жеки было, она уезжала в горы, тоже один из городов Эмиратов. Она выезжала в горы и на бассейне у нее украли сумочку. Знаете, как идешь на бассейн, да, это при отеле. Это хорошо, я здесь. Получается, вот, хата поднялся, спустился. Это не отель. Ключи, карточка, чего, платьечко, полотенечко. И все, шляпа, тапки. Больше что тебе надо? Все. А в отеле, когда сидишь, понятное дело, я тоже с сумкой выхожу, когда в отель мы едем. И сумочки у меня все, и телефон, и зарядки, и зарядное устройство дополнительно, и пауэрбанк, и очки, и крема, несколько штук. Ну, сами знаете, и кроссворд, и вода, и все остальное. И вот у нее такую сумочку, это самое, сперли. Она ходила жаловаться, она подняла шумиху, естественно, потому что у нее там телефона у нее там не было, потому что телефон у нее был с собой. У нее там деньги были. Деньги, дорогие крема. Все, ушло. Толку она ходила, жаловалась, она подняла весь отель на уши, и ресепшн, и менеджеров звала, и что? Они говорят, ничего, то есть мы вам помочь в этом не можем. Как вы не можете в этом помочь? Камеры везде растыканы. Зачем тогда камеры, да, находятся в этих местах? Фу, у меня аж настроение самое немного пропало. Уже и лежать не хочется, и загорать не хочется. Как это камеры? Везде камеры понатыканы. А здесь тоже камеры понатыканы. Я так думаю, где-то. Должны же быть камеры, подождите. Ну вот. Она говорит, поднимайте камеры. Они начали смотреть, якобы они начали смотреть эти камеры, просматривать. Именно те, которые настроены, натыканы на бассейн. Ну и что ей сказали? В итоге ей сказали, что именно там, где она была, на ее прям лежачок, именно туда камера не смотрела и не глядела. Ну, а что они еще могут сказать? Вот и все. История закончилась. Так что... Ой. Ладно. Че? Самое главное, голова на месте. И живая. Не знаю, может еще заплыв сделать? О, как вы думаете? Расслабиться, а то что-то я так это самое взбудоражилась, не на шутку. Пока никого нет, половина четвертого только. Ничего, ну обсохла. Я думаю, что я подзагорела, а там я не знаю. Нет, наверное, еще пойду поплаваю, знаете. Так сделаю. Пять кружков сделаю. Детки, оно как-то и не загорается, знаете, солнце не такое сильно агрессивное, приятное, очень приятное, ласкательное такое. Нет, наверное, все-таки это самое, прыгну в бассейн, знаете, вода, она забирает негатив, чистит, все равно тебе легче от воды. Вода есть вода, пусть она и химозная. Кстати, от этой воды, вот у Женечки здесь в бассейне,
я не раз замечала, ни один купальник я здесь потеряла. В плане того, что выцветает. Неважно, после бассейна прихожу, прополаскиваю. Не помогает именно цвет и материал сам как разъедается. Знаете, представляете, какие химикаты здесь в водичке. Но вода есть вода. Скоро в море будем ходить. Скоро. Пока еще море холодное, очень холодное. Вот. Ну, скоро. Скоро-скоро и море. Пойдем уже на настоящем пляже загорать будем, а не здесь. Что, ребята, 4 вечера. Пора-пора. Подустала немножко. Все-таки, знаете, свежий воздух, вода. Немного спорта. Подустала. Хочется домой переодеться и немножко полежать, поваляться на диване. Осадок, конечно, сегодня не очень хороший. Обокрали. Меня обокрали.